Всем привет! Я Екатерина Тарасова, актриса Малого драматического театра под руководством Льва Абрамовича Додина. Мне 36 лет, я закончила театральную академию в городе Санкт-Петербурге. Мастер мой Вениамин Михайлович Фельштинский в 2011 году закончила. А с 2010, как выразился мой мастер, он отдал меня в аренду Малому драматическому театру, где я вот по сей день служу. У меня достаточно внушительный, интересный список ролей театральных, классических, драматических, серьезных и так далее. Но также есть и комедийные роли. Хотя мне всегда казалось, что комедия мне не свойственна, но оказалось, что свойственна. И очень даже как. Если говорить о кино, то там тоже собирается отличнейший список замечательных ролей. Я сотрудничала, ну, скажем так, наверное, дебютировала в кино в небольшой роли у режиссера Владимира Хатиненко. Проект «Достоевский». Также я работала с Андреем Андреевичем Ишпаем. Это исторические проекты и... Не хочется, конечно, никого выделять, чтобы никого не обижать, потому что мне действительно очень все эти роли дороги и интересны. Если говорить о каких-то навыках, то я владею английским языком и в совершенстве. Я говорю на немецком языке в связи с тем, что помимо того, что я живу Петербург, Москва, я еще живу в городе Берлине. Умудряюсь, и моя жизнь наполнена безумными интересными путешествиями, поэтому, естественно, как бы я в процессе обучения языка, и мне это безумно интересно. Я очень рада знакомству и надеюсь к дальнейшему сотрудничеству, и желаю всем всех-всех благ. Спасибо.